Всего таких рыночков в городе 18. Этот на Краснодарской 65, 19 и не последний. Спрос на торговые точки такого плана в городе-курорте неуклонно растет. Настаивает на этом и местная власть. Глава города Сергей Павлович поставил нам задачу по увеличению таких площадок. И сегодня мы на открытии новой площадки, которая находится у нас в городе, это улица Краснодарская, 65. Мы сейчас общаемся с населением, узнаем их пожелания, чего не хватает, чего бы они еще хотели, может быть, по ассортименту, еще какие-то вопросы по расположению ярмарки в этих дворах. Вот есть уже ряд предложений, мы их сейчас будем рассматривать. Свежие фрукты и овощи раз в неделю прямо во дворе дома, особенно там, где есть общежитие, это практически осуществленная мечта хозяйки. Мы, например, проживаем здесь в общежитии, у нас трое маленьких детей, и куда-то выезжать очень сложно, поэтому это удобно. Здесь всегда свежие овощи, продукты, мясо. Мы довольны. У нас тут бабульки одни живут. И близко, и в общем, очень даже свежее, и в общем даже очень даже замечательно, спасибо. Ну а продавцы нового рыночка обещают радовать свежей и недорогой продукцией.